Да. Ну, спасибо вам большое, что беспокоитесь о нас, помогаете нам. На Колхозный проспект сейчас мы разгрузим 50 продуктовых наборов для семей, которые здесь проживали. Обстановка, конечно, тяжелая, но единственное, радует, что фронт движется дальше, куда Авдеевка наша, уже близлежащие поселки Ласточкино. А вы чего туда достали? Тоже наши. И потихоньку линия фронта отодвигается, и уже меньше сюда становится прилетом. Хотя грохот все равно стоит, потому что идут штурмовые действия. И, естественно, идут различные ордуи. Поэтому мы, естественно, помогаем еще, как говорится, люди нуждаются в нашей поддержке, значит, реально здесь очень сильно. Думаю, что уже в ближайшее время, скоро, я знаю, в течение полугода будет наладиться жизнь, надеемся на это. Конечно, такие вот звуки здесь постоянно. Плюсик такой, знаете, через забор высматривает, короче, смотрит, наблюдает за вот, мы выгрузили продуктовые наборы для жителей от фирмы «Август». Эти у нас наборчики, блин, постоянные. Эти наборчики как раз от фирмы «Август». Благодаря нашей фирме «Август» мы можем те средства, которые собираем, тоже дополнительно закупать еще наборы, дополнительно людям помогать в другом. Вот сейчас будет тоже проекты различные, там надо открыть, почему помогать. Там три, не семье, а вот это нам. Там, смотри. Вот благодаря вон там, видишь, всему этому поддержке Кулакова, Будская и Фролова. Три. Огромное спасибо еще раз скажем, друзья. Да, спасибо. Спасибо вам. Дай Бог вам здоровья за то, что вы помогаете, за то, что вы беспокоитесь о нас. Дай вам Бог здоровья и всего самого хорошего. Чтобы все это будь добру. Да, будь добру. И миру, мира нам. И миру. Да, скоро спасибо. Будет мир. Уже отодвигаем. Да. Отодвигаем. Да. Отодвигаем. Да. Скоро до Киева.